Здравствуйте, мои дорогие, с вами Анна Ясницкая. Сегодня буду рассказывать про имитацию двух членов постели с вашим мужчиной с прекрасного горнолыжного курорта Big Bear. У вас уже прошли праздники, наверняка вы что-то пробовали сделать изобретательно, изысканно в постели, чтобы удивить своего партнера, удивить себя, кайфануть самой, помочь кайфануть ему, чтобы, в принципе, секс был запоминающийся. Но я хочу в вас вселить это чувство, что интим должен быть запоминающимся всегда. Он может быть особенным всегда. И не только в праздничные дни нужно делать праздничные, фееричные вещи. Поэтому сегодня я расскажу вам про один прием, который снесет башню в минете любому мужчине вообще. Когда вы хотите удивить мужчину минетом таким, чтобы просто снесло крышу, запомнилось навсегда, вы используете фалоимитатор на присоске в дополнение к этому всему. Ставите стул напротив зеркала. На уровне члена вашего мужчины на зеркало прилипляете присоской фалоимитатор. Он торчит на уровне ваших бедер. Становитесь на четвереньки, поворачивайтесь к зеркалу попочкой и насаживайтесь на член своим влагалищем. Да, да, мои дорогие девушки, именно так. У вашего мужчины создается впечатление, что вы одновременно и делаете ему минет, берете его и в рот, и во влагалище, потому что это все на одном уровне визуально. Во-вторых, у него впечатление, как будто бы в вас с двух сторон входит. Он и какой-то таинственный партнер, либо он вдвойне, потому что он видит себя в отражении в зеркале, и такое чувство, что он в вас вдвойне входит. И для мужчины это просто крышесносное впечатление, поэтому попробуйте, используйте, напишите в комментариях, побоитесь ли вы это сделать или хотите еще таких крутых горячих техник. С вами была Анна Ясницкая, сексолог и психолог из Калифорнии.